Приветствую вас, Екатерина. Да, давайте разберемся в том, чем мы можем вам помочь. Во-первых, если ваш ребенок активный и любит играть, ну вообще, да, вот, то, значит. Первое, что нужно сделать, это все-таки потихонечку приучать его к тому, чтобы он играл сам. Вот. То есть его не надо постоянно занимать и развлекать. Это вы так решили. По какой причине, это отдельный важный вопрос. Второе. Не совсем понятно, в какой ситуации вообще вы находитесь. То есть, если вы с мужем в разводе, то он, наверное, платит вам алименты, плюс вы где-то живете, плюс у вас есть как, ну, источник дохода. Я полагаю, что вам сейчас нужно заботиться о том, чтобы найти работу и, соответственно, уже оставлять ребенка либо с сиделкой, да, либо с нянькой, либо там что-то еще. Значит, непонятно, что вы имеете в виду, говоря, бабушка и дедушка. То есть, дедушка и бабушка, это чьи, ребенка или ваши? Если ребенка, то есть ваша мама, то с ней, соответственно, нужно, можно договориться, как и с вашим папой. Если это дедушка и бабушка ваши, то они действительно могут уже быть старыми, и, собственно, им может быть тяжело сидеть с ребенком. Вот. Это первое. Второе. Значит, вы пишете, что, значит, ребенку год и 6 месяцев, вам 28, мы всегда вместе, у меня нет личного пространства. Что делать? Работать над тем, чтобы было личное пространство. То есть смотреть, я бы предложил изучить вашу личность, я бы предложил посмотреть, какая вы личность, я бы предложил поисследовать себя, чтобы посмотреть, как лучше вы могли бы подойти к вопросу своего личного пространства. То есть это могут быть различные коррекции вашего поведения, это могут быть различные изменения в вашем поведении, вот. Это может быть также и психотерапевтическая работа по, например, субъективной стороне выбора, который вы сделали. Ну, последовательность выборов, которые привели вас к той ситуации, в которой сейчас вы находитесь. То есть я имею в виду, что вы развелись с мужем, у этого есть причины, ну, вот, что вы одна с ребенком, вы всегда вместе, вам не с кем его оставить, это тоже есть причины на это. Что у вас нет личного пространства, это тоже, скорее всего, было всегда, то есть это было и с мужем, возможно, это было еще и до того, как вы вышли замуж, вот, то есть это отсутствие личной границы, и личные границы — это то, что нужно заново выстраивать, то, что нужно заново простраивать, вот, то есть это определенная работа над собой. Не совсем понятно, какой помощи, Екатерина, вы хотите от нас, да? То есть помощи в чем вы хотите от нас? Мне кажется, что те варианты по факту,
который можно вам предложить для решения проблемы, вы, скорее всего, будете отвергать, играя в игру, почему бы вам не дано. Посмотрите, кстати, эту игру, она, может быть, вам знакома. Также вы играете в психологическую игру «Разве это не ужасно?» и живете по сценарию «Матушка Хабарт». То есть все тянете на себе. То есть жертвуете собой, жертвуете всем. Вот. Соответственно, надо бы здесь вот, чтобы вы увидели одну важную вещь, что тот факт, что вы проводите с ребенком все время, не делает его счастливым. Это делает его наоборот, еще более несчастным, потому что на интуитивном уровне он думает, что виноват в том, что с вами происходит. Вот. Это не является допустимым, да? С другой стороны, то, что вы хотите причинить ему вред, да, это тоже вполне естественно, потому что личное пространство нужно каждому человеку, и в общем и целом вы не исключение здесь. Поэтому я думаю, что, ну, тут, конечно, есть тоже свои нюансы, да, вот, то есть у вас есть желания, эти желания нужно смотреть и правильно реализовывать, вот, это тоже в некоторой степени, да, работа над собой, определенная личностная работа, скажем так, вот, которой вам, ну, нужно быть готовой, да, если вы хотите ситуацию изменить, вот, ну и, соответственно, то, что вот вы привязаны к ребенку, так, слишком сильно эмоционально, да, а вы его гиперопекаете, вы его тем самым подавляете, и делаете вы это не случайно, а делаете вы это потому, что вы хотите подсознательно, чтобы он был с вами, вы боитесь на, опять же, подсознательном уровне его потерять, скорее всего, вы боитесь его потерять. Потому что если он от вас отдалится, да, то есть если вы ослабите свой контроль, то, скорее всего, вы в таком случае видите себя одинокой. Вот. То есть просто, грубо говоря, вот начните думать наперед, да, то есть вот что произойдет. Вот вы подавляете себя, да, вот вы, например, ну вот не знаю, да, вот вы говорите, что так порой шлепаю, повышаю голос, могу грубо на кровать положить, да, вот. Вот подумайте наперед, еще до того, как это произойдет, да, вот что происходит. Вот, например, сейчас он кушает, да, допустим, ребенок. Он кушает, все хорошо, ну, относительно все хорошо, да. А вот. Значит.
Но он начнет плакать. Да? Он начнет плакать. И когда он начнет плакать, вы будете чувствовать себя негативно. Вот. Почему? Потому что он-то может позволить себе плакать, а вы-то нет. Смотрите, какая вот получается история, что, ну, что вы, по сути дела, завидуете ребенку, вы завидуете его поведению такому, вот. И мне кажется, что отсюда у вас такая агрессия к нему и вред, желание причинить вред, потому что ребенок это это тот, кого вы в себе подавляете. И вы из ребенка хотите сделать такого же человека, как вы. То есть подавляющего себя, у которого нет личных границ, который жертвует, собой и так далее. Вот. То есть просто подумайте наперед, что происходит. Да? Вот. Как можно было бы поступить в другой ситуации? То есть, вот он сейчас заплачет, да, вот что я буду делать? Ну, например, да, допустим. Почему ребенок плачет? Да, то есть, ну, у него просто каприз, да, или он там чего-то хочет, например, да, то есть, там плохо, больно, там, и так далее. Вот. Ребенок же, он просто так не плачет. Вот. Понятно, что если вы приучили его к тому, что чуть-чуть сразу ему внимание, да, даете, то понятно, что он будет плакать. Если вы вдруг вот, перестанете это делать. Это понятно. Вы же понимаете, что это, деструктивная модель поведения. Вот так, я думаю, примерно можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете, да? Сейчас я еще посмотрю. Так, вы пишете, что это тянется достаточно давно, что именно тянется, как именно давно, вот, если ребенку год, как давно, да, вот, и, соответственно, мы с мужем в разводе, почему в разводе с мужем, какие причины развода. А какие отношения, значит, у мужа с ребенком, да, вот, то есть, как вот вы допустили рождение ребенка, если у вас с мужем проблемы начались, да, или вы развелись уже после рождения ребенка, но развод — это процесс не самый быстрый, а ребенку не так много лет, поэтому я склоняюсь к тому, что проблемы с мужем начались все-таки до еще рождения ребенка. Соответственно, это тоже может влиять на ваше текущее состояние, да? Вот. Дальше. Никто не мешает вам. Вот прям вообще никто не мешает свои интересы ребенку продвигать. То есть, грубо говоря, интересно вам, там, ну не знаю, скажем,
литература, да, допустим, вот. И вы ему рассказываете про литературу, да, вот. То есть вы ему объясняете, говорите, делитесь, значит, ну, с ним литературой, допустим. И не важно, что он, может быть, этого не понимает, да, допустим, или не важно, что, может быть, для него это непонятно. Он уже впитывает не саму литературу, да, дальше, вот, а отношение ваше к литературе. То есть от того, как вы это преподносите, да, то есть живым интересом, например, или там вот так вот, ну вот, сегодня у нас там сказка, допустим, вот. Вот и зависит, собственно говоря, ваши отношения с ребенком. Вот. Знаете, какая история? То есть рекомендация, да, рекомендация вам, значит, ну именно такая. Вот. Помимо того, что я сказал, это вот свои интересы найти, да, и с ребенком делиться своими интересами. Вот. Постоянно ему говорит, что хочет что-то другое, не нравится, хорошо, занимается этим сам, хочет там поиграть с игрушками, пожалуйста, занимается этим сам, вот. Ну, ты хочешь со мной, хорошо, будем читать литературу. Вот и все. Вот и все. Если у вас с ребенком хорошая связь, то я полагаю, этого будет достаточно. Понятно, что эта мера вот самая-самая такая вот. Поверхностно. Это понятно. Но то, что у вас, по сути, сценарий жизни матушка Хаббард, да, можете почитать об этом в интернете. Это очевидно. Из этого сценария нужно выходить, поскольку начали вы его не сегодня, не теперь, и не с ребенком, и не с мужем, то, соответственно, это работа. Это индивидуальная работа с вами. Вот. Вот так. Если не ради себя, то хотя бы ради ребенка, да? Которые совершенно необразно подвергаются насилию с вашей стороны. Вот. Но первое, это мне хотелось бы, это вот, чтобы вы, как бы сказать, освоили предвидение, да, так называемое, освоили так называемое предвидение. То есть, предвидение — это вот такая история, когда вот вы знаете, что вот ребенку сейчас хорошо, да, вот, ребенку сейчас все прекрасно, он спокоен, у него все есть, вот, ну вы знаете, что через, там, грубо говоря, полчаса, да, ребенок заплачет, вот. Что я буду делать в этот момент? Как бы спрашиваете вы себя. Как я буду себя вести в этот момент? Как бы спрашиваете вы себя? Вот. Вот так. А то получается, знаете, такая история, что для вас поведение ребенка, да, оно, вот, знаете, постоянно как первый раз. То есть это, конечно, хорошо, когда каждый раз как первый, но не всегда. И не во всем. Вот. Так что такая вот история.
На этом все, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Понимаю, что мало, понимаю, что недостаточно, возможно, но и с учетом того, сколько информации вы предоставили о себе, такой ответ. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.